Школьные звонки в новом учебном году услышали 240 тысяч югорских детей. 28 тысяч из них впервые сели за парты. Сегодня в округе свои двери распахнули более 320 образовательных организаций. В этом году в Югре школ стало больше. Ввели в эксплуатацию 5 новых – в Ханты-Мансийске, Сургуте, Лангепасе и Сургутском районе. А это почти 3900 мест. Стоит отметить нововведение 2022-го. С 1 сентября во всех школах в начале каждой учебной недели будет звучать российский гимн. Также будут проводить церемонию поднятия государственного флага. Это почетное право получат отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований, юнармейцы. Кроме того, в школах станет больше уроков истории. Раз в неделю будут проходить классные часы, разговоры о важном.